И вот после водопада чертова мельница, вот здесь вот мы к нему спускались, мы решили идти на суфруджинские водопады. У нас еще время осталось, и мы решили все-таки сходить на суфруджинские водопады и посмотреть их тоже. Идем вот по такой тропе. Слева от нас шумит река. Ну, тропа, в принципе, нормальная. То вверх, то вниз. Пока что несложная. Так, тут у нас что-то какой-то затор. Небольшие сложности. Перейти надо ручеек такой небольшой. Да я вам поставлю. Так. Ну, наверх забраться. Опа! Вон какая скала нависает, как пасть какого-то кита над нами. Птички где-то там чирикают, из леса слышно. Ух ты, а тут у нас впереди опять новое препятствие. Вот это круто. Сейчас надо будет туда взбираться. Вот так вот с малышами даже на ручках лазают. Смотрите, какая лестница. Мы уже спустились. Сейчас они будут спускаться. Задом, задом и за трос придерживайся. Вот такие у нас препятствия на пути встречаются. Потом нужно еще вот тут забраться. А дальше тут идет тоже не из легких дорога. Вот так вот надо сейчас карабкаться. Пробираемся сквозь дебри, и вот мы сейчас уже куда-то выйдем, мне кажется. Вот что-то прямо кусты-кусты. Вот тут речка, водопадики, вон они. Вон он, водопад. Вдалеке виден. Суфруджинский водопад. И вот тут вид открывается такой красивейший. Там вон водопад. И ледник такой красивый. Снег прям там лежит. И луна видна в ущелье. Супер. А здесь вот эта река стекает по ущелью. Одна с другой соединяются. А где-то там далеко-далеко Дамбай. Поселок. Вот он, снег настоящий, прям лежит пластами такими. Ой, сейчас бы снежки поиграть. Покидаться снежками. Класс. А здесь на тропе цветут такие цветы. Такое разнотравье, так пахнет. Прямо ароматы горные. Ой, вообще супер. Маркировка пошла вот сюда, вон там красные метки. Я думаю, нам сюда.
по камням. И вот они, суфруджинские водопады. Вон они вдалеке уже видны. Вот один водопадик. И вот он, второй водопадик. Привет туристам! И вот мы дошли до верхней точки, откуда очень хорошо виден Суфруджинский водопад и все ущелье. Ближе мы подходить не будем, потому что уже вечер. Почти 6 часов, скоро стемнеет. Нам нужно быстро возвращаться обратно, а то мы попадем здесь в темноту. А так водопадик выглядит вот как классно. Красивые такие струйки, потоки прям. Ущелье, конечно, вообще классное, красивое такое. Посмотрите, как тут цветут цветы разных вообще цветов, как будто сейчас только весна, а не конец лета. Как будто только-только все распустилось. Солнце уже садится, на горе немножко солнышко осталось. Скоро мы тут окажемся в темноте. А идти нам вон туда, вон где-то туда, в конец ущелья, до поселка. Конечно, тут красиво, но надо выдвигаться обратно. Вниз практически уже к поселку Дамбай. Вон он уже там виден за листочками. Интересная экскурсия у нас получилась. Очень красивые места, красивые водопады, красивые ущелья. Обязательно поставьте нам лайк и напишите комментарии, понравилась ли вам наша экскурсия.